Временно прекращено движение второго троллейбуса 22 июля с 2 часов дня в связи с ремонтными работами на тепломагистрали на улице Соборная будет приостановлена работа одного из маршрутов общественного транспорта. Устранение неполадок будет вестись до 11 часов вечера 24 июля. На движение частного автотранспорта и маршрутных такси ремонтные работы не повлияют.